Вопрос немного не о сегодняшней теме, но если можно ответить, чем можно убрать рубцы после ожога у ребенка 1,8 месяцев, была пересадка кожи. В феврале предлагают еще одну, убрать рубцы. Может, есть ТФ-препараты, которые смогут помочь? Можно сделать так. Возьмите глину, смешайте с белком яйца и прикладывайте к месту рубца. Второй вариант. Возьмите яйцо и возьмите с этого яйца вот эту белую шкурочку. Прикладывайте белую шкурочку к рубцу и сверху под лейкопластырь. Носите сутки, потом убирайте. Вот это все сможет убрать вот такую штуку или вот такой рубец. Другие варианты. Такой нетрадиционный способ – это прикладывание к рубцу кусочка свежего мяса на сутки, потом мясо выбрасывается.